Да-да-да, братан, давай, все, до завтра, давай, увидимся, давай, пока. Куда ты у меня собрался? Слушай, я завтра после работы к Сане схожу, к нашему. Ну, ты его знаешь, не теряй меня, мы там посидим с ним немножко, ну, туда-сюда. Когда ты у Сани уже женится-то, а? А что ты его женить-то все время хочешь? Ну, как, что, женится, со своей женой будет сидеть, а ты со своей. Да Саня не может себе найти подходящую девушку. И знаешь, он что, все время про тебя думает? Чей-то он про меня думает. Да думает, попадется ему такая же, как ты. И все. Че все? И придется нам искать какого-нибудь неженатого друга. Зачем? Ну, чтобы по пятницам можно было у него посидеть спокойно в мужской компании. Дорогая, слушай, ты не видела, где мои саморезы лежат? Никак не могу найти их. Саморезы? А что это такое? Ну, это такой металлический стержень. У него там шляпка есть, и лесенка вдоль него идет. А, гвоздики кудрявые. Да, да, где? Они в шкафу лежат, в синей коробке из-под бергудайзера. А это что такое? Ну, ты что, не знаешь, что такое бергудайзер, что ли? Ну, понял. Понял. Ну и вот, я сегодня, значит, ходила в гости к Маринке, она, прикинь, себе купила новое платье, такое красивое, красное, с черными полосочками, и теперь не знает, куда вот в нем лучше сходить, либо в кино сходить, либо в ресторан. Если она пойдет в ресторан, ей же надо будет нового парня искать, она со своим Толиком поругалась, он с ней уже не пойдет. А если пойдет в кино, то она говорит, ну давай с тобой вместе сходим. Ген, ты чего? Ген? Ген? Ты... Слушай, такая прикольная история про Маринку. Фу, дорогая, наконец-то я перемыл эту гору посуды, огромную просто. Ага, сковородку. Ладно, давай сковородку помоем.